Смотри, суть в том, что колени вообще не должны мешать работе. И касание мешает, и идет касание коробочки. Теперь ваша задача не оторваться от коробочки, пропустить руки вниз. Вот. Вот. И ощущение должно быть такое, как будто бы назад переворачиваете коробку. И давайте поставим коробочку повыше. Мое ноу-хау, как с понтом быстренько научиться. Вот смотрите, прислонилась. Маркер не может у нас такие. Здесь касание. И внизу касание боли. Спинка прямая, поехали. Не запускаться. Вот касание отпустили. Теперь даже надо вставать на другую коробку, переворачивая назад. Почувствовал? И это правильно, потому что когда есть болезнь, у вас штанга не даст возможности обходить колени. Да, отлично. Шагая через штанги, через двери.